Для меня это счастье, возможность заниматься любимым делом. В какой-то степени я могу сказать, что в этом плане я счастлива. Возможность выражать себя. Свобода. Внутренняя свобода — это возможность самому принимать какие-то решения и строить свою судьбу, создавать какие-то для себя такие ступени, которые будут помогать тебе разрушать рамки тех или иных вещей. Например, я хочу то-то, то-то, и я делаю какие-то вещи для того, чтобы это получить. Но еще очень важно, чтобы это не мешало другим. Для меня, конечно, счастье, опять же, из моей семьи, когда они все здоровы. И, к счастью, сейчас близкие рядом со мной, и это уже прекрасно.